Всем привет, дорогие друзья! Это я, Рязанов Матвей. И вот сегодня, 1 июня, в первый день лета, в игре Best Fiends появился отпускной сезон. И в этом видео я вам расскажу и разберу по деталям целый этот сезон. Ну а вы не забывайте ставить лайки, подписываться на канал и включать колокольчики, чтобы не пропустить много новых интересных видео. А я уже буду переходить к разбору сезона. Сезон называется «Отпускной», как я уже говорил, вот. Как вы видите, тут есть задания за 20 медальонов, за 40 и за 60, и также есть побочные задания, в принципе, как обычно. Единственное изменение, которое вижу лично я, мне раньше на 60 медальонов надо было выиграть 18 новых уровней, а теперь 17. Сразу разберем этот вот сезонный пропуск или абонемент. Он дает, при покупке его, он дает сразу 3 ваучера бесплатных на повышение жука, золотой профиль и расширение энергии на плюс 50. Значит, тут вот всякие сундуки также, тут магия, ваучер, ну как обычно тут. Золото, 50 минут усилителя и 5 часов вип-статуса. И вот два стиля, эксклюзивный стиль в наличии только в этом сезоне. Это вот этот на Йо-Йо. В общем, мы его рассмотрим попозже. Здесь, как вы видите, есть бесплатная часть. О, отпускная Вега, сейчас разберем. И премиум часть. Здесь вот, вот, это уже отпускная Вега. Но разберем, как я сказал, попозже. Этот вот с ходами ваучер. И тут какая-то надпись какая-то. Ну, moves ваучер, это ваучер с ходами. Но просто какая-то надпись еще не убрана. Кстати, вот этот задний фон с песочком и ракушками выглядит очень четко и красиво. Здесь в сундуке у нас, короче, магия. Ну, оно, по-моему, было и в прошлом сезоне. Так, кстати, если не видели разбор садового сезона и хотите глянуть, что там были за награды, можете глянуть это видео по ссылочке в правом верхнем уголке. Здесь мегаусилитель 3 минуты. Ну, по-моему, оно вот так же и было. Усиление, 5 слитков. Тут у нас что? Тут магия и ключи. Тут у нас ключи. Вот 7 минут усилителя, да, но вот так было. Ну, не уверен, что на том же этапе, но 7 минут тут было. Здесь по 7 минут магии, здесь по 7, 22 ракеты. Здесь у нас, короче, 2 магии, это дубина тут. О, вип-статус. Тут магия и ключи. 10 слиточков, опять 10 слиточков, 30 ключей. Кстати, это даже в премиум-пропуске, а не в обычном, странно. Тут... магия, опять усилитель, это уже в обычном, но это довольно круто. 10 слитков, но слитки в основном в премиум пропуске. Здесь 10 минут усилителя, вот ракета, тут клещи, метеоры, магия. И вот он, эксклюзивный стиль, модная путешественница Йо-Йо. Мы разберем попозже. Вот первый ваучер на повышение жука. Ну, это те 3, что сразу даются при покупке, и еще 2, 5. В общей сложности 5 ваучеров, ну, если вы купите. А если не купите, ну, значит, вообще 0 ваучеров. 2 мистичных дубины, золото, золото. Ну, тут магия, как всегда. И тут магия. Кстати, вот тут, мне кажется, не знаю, что из них лучше. Или это магия, или это. Здесь, короче, 20 слитков. Вот, мое любимое. 30 минут усилителя, а тут 10 минут усилителя. 20 золота. Это 5-й ваучер, 20 золота, 2 ракеты. И вот тут вот в конце, я считаю, что в обычном 100 слитков лучше, чем магия. Я этот сундук даже не забирал в прошлом сезоне. И мне просто эти награды, вот эту всю магию, и даже еще больше дали в конце сезона. Вот сегодня как раз немножко раньше. И я просто с этой магией не играл. У меня было 1,5 часа этих вот ракет, и я их не использовал. И как всегда, сезонное хранилище, ну тоже при покупке сезонного абонемента, какие-то случайные награды. Но чаще всего в хранилищах сейчас стали давать опять-таки вот эти усиления. И, кстати, ну, вроде бы на столько же времени, на 40 ракету, на 30 вот эти вот дубины с динамитом и на 20 этот спрей от слизи. Теперь мы, как всегда, двигаемся к стилям. И тут первым будет, да, вот она, модная путешественница. Ее стиль в наличии только в сезоне отпускной сезон. Поэтому кто из вас не купит пропуск или абонемент этот сезонный, ну я куплю и выиграю этот стиль. Ну вот вы его уже, скорее всего, не получите. Но я это еще не разузнал, можно ли этот стиль купить и как это вообще там выглядит. Но я думаю, что скоро в этом разберусь уже. В принципе, выглядит красиво, но это у нас не топ-стили, здесь я стили как бы не разбираю, вот просто можете на него глянуть.
Но у меня он будет, и когда он у меня будет, я для вас сниму его геймплей. О, я чуть не пропустил. Вот она, отпускная Вега. Отпускная Вега в данный момент недоступна для распродажи. То есть, значит, вы сможете ее купить за $11. Но пропуск стоит $5, даже меньше, чем 5,5. Поэтому гораздо выгоднее. И плюс еще куча разных наград. А тут один стиль будет за $11. В принципе, красиво. Накидка очень мне нравится. Она в таких, как с листьями, вот такими вот. Как в пальмах, еще такая. Напиток Вега прикольно берет, это пассивная анимация. Ну ладно, в общем-то. Очки такие на шапке. Красиво, в общем, красиво. Мне нравится. Я для вас его тоже геймплей сниму. Так, все. Это все по этим стилям. Июньского обновления еще в игре нет. Оно выйдет в конце этой недели. Или завтра, в четверг, или в пятницу. И как только оно выйдет, я сниму для вас разбор этого обновления. А вы не забывайте, конечно, его смотреть и ставить лайки. Что ж, если у вас остались какие-нибудь вопросы или предложения для видео, которые вы бы хотели видеть на моем YouTube-канале, не стесняйтесь, смело пишите и то, и другое в комментариях. Я все прочту и учту. А с вами был Рязанов Матвей. До новых встреч и пока-пока.